Три новых троллейбуса будут курсировать по Гродно. В городском автобусном парке пополнение. Сегодня общественный транспорт областного центра перевозит в среднем 195 тысяч пассажиров в день. Парк обслуживает 55 автобусных и 23 троллейбусных маршрута. В арсенале предприятия 250 автобусов, в том числе 2 электробуса и 124 троллейбуса. Новую технику здесь ждали. Это троллейбус на базе автобуса МАЗ-203, марка МАЗ-203 Т-20. У нас мы такие же эксплуатируем. Прошел на замену троллейбусов марки КСМ-201. Они уже морально устаревшие, довольно непрезентабельно смотрятся. И с точки зрения экономики порядка 70% меньше потребления электроэнергии данной модели. Это стандартный троллейбус, 18-метровый. Единственное, наполняем его 102 человека. Это плюс-минус такая же, как всех троллейбусов. Обновление транспорта – необходимость. Это в первую очередь залог безопасных поездок для пассажиров и комфортной работы для водителей транспорта. Город вместе, конечно же, с помощью Гродненского областного исполнительного комитета уделяет особое внимание обновлению подвижного состава нашего автобусного парка. Первых 3 троллейбуса мы получили. В этом году мы еще рассчитываем получить 32 единицы. Мы понимаем, что сегодня для того, чтобы был качественный новый транспорт, комфортный и безопасный, нам нужно 10% подвижного состава менять ежегодно. Это 35-40 единиц в год. Было бы здорово, если бы мы этого графика придерживались. Я думаю, что у нас получится. Во время презентации новых троллейбусов председатель горосполкома Андрей Хмель также пообщался с коллективом автобусного парка. Речь шла об актуальных для водителей темах – содержании дорожного полотна и остановочных пунктов. Как раз в этом направлении город будет активно развиваться в ближайшее время. Изменения городские автолюбители точно заметят.